В смоленском доме для мамы прошел пасхальный концерт. Перед мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, выступали педагоги и учащиеся музыкальной школы номер один. Подробнее о добром мероприятии расскажут наши коллеги с телестудии «Святой Меркурий». Как и во всех епархиях России, в период пасхальных встреч в Смоленской епархии проводятся мероприятия, направленные на благотворительность. Давнее сотрудничество с музыкальной школой номер один города Смоленска продолжается и поныне. Руководители школы, носящие имя Михаил Иванович Глинки, и дирекция Православного центра защиты семьи, материнства и детства, Смоленский дом для мамы, находящийся под опекой Смоленской епархии, организовали встречу-концерт. Зрителями были сотрудники и обитатели дома. «Дома для мамы», а это молодые мамы, попавшие в трудные жизненные ситуации. А организовали это мероприятие преподаватели музыкальной школы. У них давно уже существует интересный проект, который задумала преподаватель Наталья Маслякова. В нашей школе существует проект «От сердца к сердцу». Кураторами проекта являются я и Орлова Илона Валдисовна. В работу нашего проекта входит, в общем-то, выступление, концертное выступление в социальных центрах. Наши ребята выступают в воскресной школе, в Смоленском доме для мамы, в библиотеке для слепых. Ну, я думаю, что в дальнейшем круг наших дел, действий, он будет расширяться. Учащиеся школы всегда серьезно готовятся к выступлениям, невзирая на возраст слушателей. Выступления их очень хорошие и даже высокопрофессиональные. Это можно было бы увидеть по реакции юных обитателей дома для мамы. В концерте прозвучали произведения Берковича, Чайковского, Манчини, Гайдна и других. Свое виртуозное мастерство показали не только преподаватели, но и сами учащиеся исполнением довольно сложных произведений. Учащиеся и преподаватели еще не раз придут сюда, чтобы от своих сердец дать тепло тем сердцам, которые в них нуждаются. Виктор Артеменко, «Дом для мамы», телестудия «Святой Меркурий», Смоленская епархия.